Я понимаю, что хочу знать, что чувствует мой ребенок. Они меня не понимают. У них много дел. У них нету на меня времени. Он требует своего внимания. У него не всегда хватает слов. Я хотела бы знать, как правильно реагировать на капризы ребенка. Хочу уберечь ее от всех неприятностей. Я Милана и мамой командую. Раздражительность на себя из-за того, что нету сил поиграть с ребенком. Сын младший, ему 2 года, и дочка у меня спрашивает, кого я люблю больше. Ухожу в туалет и плачу там, закрываю дверь. Расстроилась, не дали конфеты. Я не хочу. Попала из карточки страха. Что же это может быть вообще? Это же сейчас как жопа. Ой. Какая эмоция? Мама, ты меня понимаешь?